Подавлення на кота у вас. Послушай сюда. А, ты так хочешь, ну понеску копейки. Ты что думаешь? Хорошо, а вам сколько их принесли? Вот вы их носите неделю, а вам сколько? Где вы? У меня ноги болели, я что-то выносила, я что-то до Бульскаварии приезжала. Вам привозят? У меня муж на Умине работал, город. Ты понимаешь, что это такое в Москве? Так почему это не привязывает? Вам приносят котов. Денег очень много. Вы не доедали ни одного. Я вам предложу. Сейчас мы возьмем за дорогу. Как вот там, Верховский? Да. Вот. Почему у вас телефон? Скороходово вот здесь. Вот. Да. Да. А мужик у меня работал в Шумине, у нас нет ни дней, два кабинета. Я знаю законы, и я никому никогда не привязываю. Если я помогаю, а чего эти дуры прицепили? Я не знаю. У меня подруга инвалидка, у нее печень больная. Она государственная организация. Она специалист. Она знает, когда чего рожать. Когда приходит женщина с котом, которого кадр хочет, но не может... Надо вызвать сейчас мужиков. Потому что я вам сейчас расскажу, у вас подавленная. Совесть у вас. Мои родители. Не плевать, что вы скажете про своих родителей. На фронте оба офицеры сказали, чтобы себя Гитлер не сделал абажур. Потому что я жила в Германии. Давайте это не будем приплетать сейчас в Англии. Тебя абажур. Чего ты? А кого она убивает? Кого она убила? Так, не дай мне мать. Ты хоть выучила это шоу? Смотрите, в каком состоянии не находятся. Они хотят в туалет. В туалет хотят. Они знают, куда им ходить. Да, знаешь, без меня знают. Смотри, что ты вы на этом хотела. Бабки зарабатываете. Я тебе сейчас такую кибану заделаю. Какую кибану? Сейчас ты как вернул, зараза. Будешь дышать, и как я прибежишь, когда все будешь выйти. Вы что, издеваетесь? Да, у меня два диплома международных. Мне плевать на ваши дипломы, что будет? Почему ты меня плюешь? Ты кто мне такая? А вы кто такая? Для меня вы тоже никто. Не звали. А я вас тоже сюда не хочу здесь видеть. Ты хочешь тут базар иметь, магазин? Не хочу еще здесь иметь, хочу, чтобы вас здесь не было. Я хочу, чтобы вас здесь не было. А куда ты нам такая? А вы кто такая? Мне. Ты что, вчера родилась? Это вы вчера родились, а я родилась именно в этом веке. И в этом веке должны быть цивилизованные отношения к животным. Да. А у меня две женщины приходят, дочери, дети бизнесменов, я их кормлю 20 лет. Ты где была? Придешь ко мне, я тебе сдам, и там на воде. Да, закон Украины. Я занимаюсь тем, чем я должна заниматься. Ты кто такая законная? Иди вставай вот тут и торгуй ими. Считайте. Посадите, считайте. Считайте. Почему вы не хотите этого видеть? Почему вы не хотите этого видеть? Читайте, что это? Вы умеете читать? Читайте. Очень даже. Я тебя еще могу научить. Ну так читайте. Оставь меня в покое. Мы твоих животных не трогаем. Ты нам ничего не дала. Все, собирайтесь, уезжайте. Никуда мы не уедем. Тихо, тихо, не нарушайте закона о прессе. Ищите себе другой бизнес. Твою кашу, ну, которая тебя не съедает. Торгуйте редиской, трусами, чем угодно, но не животными. Ну, не, а, халява, да, халява? Да, халява, ну, халява, понятно. Чистое мясо, понятно. Чистое мясо, к ним как к мясу вы относитесь. Я к мясу? Да. Ты видел, к чему я? Я прошу прощения, можно вопрос? Тихо. Идите у вас есть куда-то? Заходите на наш сайт, размещайте его фотографии. Она не торгует, она ничего, не торгует свой магазин, свой базар, и мы должны на них работать. Мы на вас работать не будем, вы нам не надо. Не надо на нас работать, вообще не надо. А это не работа. Идите, вы просто предоставьте животных. Ванючка, не отсюда, скотина, что ты хотели? Какое животное? Не оскорбляй. Отстаньте от нас. А что она кидает? Она может кидать. Отставьте, они не понимают возраст. Вы не оскорбляйте никого, не ругайте. Они не понимают возраст. Вы на одной стороне над стариками не издеваетесь. Вы на одной стороне над живыми. Поедешь в Израиль, будешь там придуряться. Нет, на одной стороне. Поедешь, они на стороне возраста. Не издеваются. Вы живодеры. Да заткнись. Вы живодеры. А ты сексуальная эта самая маньячка. Маньяч ты хорошая. Другие-то слова знаешь. Ты меня придуришься. А другие-то слова знаешь. А ты поехала. По пьяни сделала, по пьяни уже. Ты не знаешь, что 60% дебилов в России? Я тебе дам книжку. Да, да, ну ничего. Все, собирайте. Собирайте, уезжайте отсюда. Собирайте. Да, я буду уезжать, тогда и мы поедем. Давайте всех собирайте, с вас начинаем. Собирайте, уезжайте, или сейчас приедет милиция, заберет вас отсюда. Да пускай едет, я что, милицию боюсь. Я что, их ненавижу, как да, такие люди, как я им плачу деньги, я нормальный. Собирайтесь человек. И уезжайте. Ни бога, ни черта, никого не боюсь. Да, 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 нет, какая драка. Нет.
меня подмелые. Посмотри, Триш, я борюсь по 4 часа в день, пока ты тут бегаешь, людям пристаешь. Я молюсь. Да. Поняла меня? У меня два диплома уже на будущее. Я вас поняла. Поняла, я у тебя уже могу. Да, тебе надо лечиться со мной. Ты еще ветвя поставь. Я помню вашу. Приведи порядок. Так, по телевизору показывай. Помню. Так это еще можешь поехать. Ну да, конечно. Сейчас еще балку получишь. Твоей маме расскажешь. Твоей маме расскажешь, что такое. Отойди, дальше. Она точно палка не знает. Твоей маме прикажешь, что такое выдержать. Я платаю за лекарство. Не привязывайтесь к людям. Мафиоты проклятые. У тебя мужик без свиты не нашли. Вот ты там мясо шатурно. Баня, громаду. Баня, где фотономим? Она мужикам не лезьте.